Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз связана с мобильной видеосъемкой. А более конкретно здесь представлен внешний микрофон, который предназначен для того, чтобы подключать именно к смартфонам. Фирма, как вы видите, Boya, марка BYP4 представлена. Сразу же хочу сказать, что данный микрофон выпускается в разном исполнении. В данном случае представлен микрофон с разъемом TRRS, специальной 4-пиновой для того, чтобы подключать к смартфону. Есть вариант 3-пиновый TRS, также есть подключение к Type-C и для маководов Lightning для того, чтобы подключить к смартфону. Все это пришло из Китая, все это пришло достаточно быстро, где-то в течение 3 недель пришло вот в таком состоянии, помимо того, что была внешняя желтая упаковка. Сейчас мы продемонстрируем, что из себя представляет микрофончик, как он осуществляет свое действие. Осуществим проверку. Ну и давайте сначала посмотрим основную комплектацию. Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Данного микрофона вот пришла в такой вот упаковке, стандартной их упаковочке. Ну, написано основные характеристики, английский и китайский. Судя по всему, внутри находится, помимо самого микрофона, еще есть ветрозащита, но правда поролоновая, так называемый dead cat здесь нету. Ну и вот представлены основные характеристики, можете зафиксировать, посмотреть. Он всенаправленный микрофон является. Ну и сколько сигнал шум, потери и так далее. Ну и что из себя представляет, то есть размеры его, ну и вес. Вес достаточно небольшой, всего 9 грамм. Поэтому, если вы используете стандартные трехосевые стабилизаторы, то особо повлиять на вес смартфона он не сможет. Да, тут еще есть одна особенность, он как бы Г-образный, ну и может фиксироваться не только вот в прямом исполнении, но и на 90 градусов. Что удобно, если вы там проводите различные влоги и так далее. Ну давайте скрывать. Ну, тут стандартный силикогель. Так, здесь находится микрофончик. Дальше вот ветрозащита. И есть инструкция по эксплуатации. Здесь она вот располагается. Ну, тут какой-то сертификат у них местный. Дальше наклейки. Куда-то наклеить, но явно не микрофон. Дальше вот гарантийные обязательства. Стандартная карточка. И, как обычно, у нас на двух языках. Английский и китайский. Вот представлены различные варианты, как я говорил, данного микрофона. Ну а дальше способы его подключения. Ну, то есть всенаправленность, диаграмма, кому нужно, продемонстрировано различных вариантов. У нас здесь первый вариант P4. Дальше, если у вас TRS подключение, ну, Lightning и Type-C. Ну а дальше все то же самое на китайском продемонстрировано. Так, вот что из себя представляет микрофончик. Вот такого он вида. То есть вот он поворачивается на 90 градусов. Вы, кстати, может быть, видели у меня микрофон, который тоже рассматривался на моем канале. Это Andoer. И там точно такой же принцип подключения. Только единственное, не Г-образный, а прямой. То есть достаточно удобно все это делается. Здесь уже непосредственно, чтобы подключать и направлять микрофон. Ну, либо прямо, либо под углом. Можно такие варианты. Но фиксируется именно либо в прямом направлении, либо под углом. Так, вот такой вот микрофончик. Ну, есть еще ветрозащита. Сейчас мы ее наденем, как она надевается. И вот в таком варианте вы можете его подключать. Ваш микрофон. Так, ну и давайте сейчас подключим, проведем некоторые манипуляции с ним, для того, чтобы посмотреть, как он работает. Сразу же хочу сказать, что не у всех, особенно
под Android может заработать этот микрофон, ввиду того, что зависит от множества факторов. Это первое, это подключение, какое у вас осуществляется. Это не значит, что если у вас стандартный мини-джек 3.5 и 4-пиновое подключение, ну и либо иначе TRRS. Также зависит от программного обеспечения, которое стоит у вас внутри вашего смартфона. Иногда даже обычная камера, которая стоит по умолчанию, не заточена под внешние микрофоны. Нужно воспользоваться другими, там, например, внешними программным обеспечением, например, Filmic Pro, который позволит это вам сделать. Где в самом программном обеспечении есть возможность подключать внешние гарнитуры, ну, либо микрофоны. То это и подразумевается. Поэтому нужно смотреть каждый в конкретном случае, осуществится это подключение либо нет. Сразу же вот хочу сказать, что вот у меня прошлый Android, он микрофон хорошо работает, например, со смартфоном HTC, но не хочет работать в стандартном программном обеспечении на Asus. Ну а на внешнем, имеется в виду программное обеспечение, которое вы скачиваете, например, Filmic Pro, он тоже работает. Ну и давайте сейчас проведем некоторые испытания, как данный микрофон работает внутри, возможно, двух смартфонов, но в одном точно. Итак, давайте приступать. Проверка микрофона, подключенного к телефону во внешнем программном обеспечении Filmic Pro. 1, 2, 3, 4, 5. Проверка микрофона. Проверка микрофона боя при обработке в программном обеспечении монтажки на внешнем программном обеспечении Filmic Pro. 1, 2, 3, 4, 5. Проверка микрофона. Проверка микрофона боя на внутреннем программном обеспечении камера. 1, 2, 3, 4, 5. Проверка микрофона. Проверка микрофона боя в внешнем программном обеспечении на монтажке с применением фильтров. 1, 2, 3, 4, 5. Проверка микрофона. Проверка микрофона на внешнем программном обеспечении Cinema FF5. 1, 2, 3, 4, 5. Проверка микрофона. Проверка микрофона боя с обработкой на внешней монтажке с фильтрами. 1, 2, 3, 4, 5. Проверка микрофона. Проверка микрофона на внутреннем программном обеспечении камера. 1, 2, 3, 4, 5. Проверка микрофона. Проверка микрофона с фильтрами обработанного в монтажке. 1, 2, 3, 4, 5. Проверка микрофона. Я вам продемонстрировал возможности микрофона Boya BA-P4 для работы со смартфоном, где разъем 3.5 джека, 4-пиновый TRRS. Есть другие варианты для других смартфонов и разъемов подключения. Это 3-пиновый TRRS, дальше Type-C и Lightning. Каждый выбирает тот вариант, который ему необходим. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал. Информацию по микрофону Boya предоставил вашему вниманию. Далее выбор только за вами. Всем спасибо за внимание, кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок, до следующего видео и до свидания.